Хотел бы, конечно, пользуясь случаем, поздравить всех горожан с этим замечательным днем. В этом году Тюмени исполняется 432 года. Я считаю, что это такое очень уже серьезный возраст для города. Ну и радует то, что, конечно, улицы преображаются, город сам преображается. У нас самые великолепные дороги, могу с уверенностью об этом сказать. Поэтому спасибо, конечно, правительству области, города за тот вклад, который они делают именно в развитие инфраструктуры, социальной политики нашего города. Ну а всех горожан еще раз с праздником, здоровья, удачи. Пусть ваши все планы непременно сбываются, все получается. Ну и, конечно же, берегите себя, своих близких. Это сегодня действительно самое важное, то, что есть в нашей жизни. С праздником всех!